этого ожидания по одноименной поэме Роберта Рождественского 1982 года. В опере один персонаж – она. Героиня, современная женщина, которая приходит на свидание раньше мужчины и за время ожидания успевает пережить шквал эмоций, чувств и ощущений от страсти до отчаяния. И музыка Тривердиева все это иллюстрирует. Как писал сам композитор, может быть, гармонии и композиторское письмо этой оперы могли бы быть более яркими и насыщенными, но все же я предпочитаю язык эмоциональный. Тривердиев, моноопера «Ожидание» на слова Роберта Рождественского, солистка Оксана Кузнецова, оркестр «Альмата Сонус», художественный руководитель и дирижер Михаил Калец. Привыкли ждать.
Придите,
ничего, я заранее прощаю тебя. Повелителя моего, всемогущего в моей мечте, я желаю совсем не вдруг быть распятою на кресте. Горячо, а потом еще горячее.
кончится, боль останется, день сначала, сначала закрутится, одинокими не рождаются, одиночество учится. Ну, приди же, приди же, приди, одинокой мне быть запрети. Без тебя, как был бы синицей в руках, что без тебя я, словно земля ничья, стонет моя боль, я бы пошла за тобой, шла бы за как слеза. Хочешь, буду женой, не пройти стороной. Над судьбой и над домом стану солнышком добрым. Хочешь, стану сестрой, от несчастья преграду. Thank you.
Браво!